сегодня у меня день рождения, мне исполняется 19 лет, и лучшим подарком, который я только мог придумать себе утром, зарядить свой день на полную, это сделать становую тягу на максимум, самую тяжелую тягу в моей жизни, поэтому начинаем. И, кстати, сегодня я буду не один. Смотри, подсел и снимаешь спиной. Подсел ногами, да? Да, вот съемка. Должен подсесть ногами, а ты снимаешь так. А, я понял. Это разные вещи. Я понял, ребят, то есть я очень сильно снимаю в начале движения не ногами, как это нужно, и как, в принципе, это знал, а именно спиной. Поэтому сейчас буду пробовать снимать именно ногами в начале и дотягивать уже спиной полностью. Ладно, ребят, 184 на штанге уже, и пора бы одеть пояс наконец-то. Двести четыре. 204 килограмма. Никогда не тянул больше, чем 200 в своей жизни. Но сейчас немножко на кураже с этими мощными ребятами, которые сейчас мне помогают, постараюсь все-таки это сделать. Спиной не тянут. Тянут ноги, все, только ноги. Вот ты учишься, ты хорошо загоняешь таз, все, положение. Но видишь, раз ты можешь спиной снизу снять, значит тебе надо еще очень больше снять. Очень много спины, да, у меня получается прям. Да, тем более в сумо. Ладно, еще там классики там можно балансировать. Ты хочешь это, да? Вспомни молодость. Нифига себе. Вспомнить молодость, вспомнить все. Ну не чувствую вообще, типа. Это унизительно. Это унизительно. Короче, ребята, я сделал 204, но я забыл одеть эту праздничную пятку. Потому что сегодня, чтобы мне 19, придется еще раз сделать этот вес. 210 килограмм, ребят. Сейчас будет мой all-time рекорд, если я это сделаю. Ребят, 210, не зашли, я очень сильно завалился вперед, и спиной такой вес уже никак не вытащишь. Но сейчас попробую еще раз сделать 204 килограмма, хотя бы для моего инстаграма, снять это четко на видео. Ну и также для более верности, потому что предыдущий подход я все-таки не смог опустить штангу нормально. Я поднял ее, но она слетела уже, когда я оставился с моей руки. Поэтому думаю, 204 килограмма. Так, сейчас Лёха представит вместе. Гребаный пат меня подводит, что правая рука еще недостаточно натренированная. Готовишься куда-то или как? 1 сентября, да. А, ну все, уже технику менять нельзя, уже ты нарабатываешь, да. Потом уже надо будет как-то ломать старую и строить. Ну то есть сколько где-то надо, чтобы построить нормальную уже технику? Это абсолютно индивидуально, то есть может и неделю хватит, ну, да. А может и неделю.